сказала, что нет, не отдам телефон, и получается, его заломила руку назад. Он тогда меня ударил в лицо, один раз кулаком ударил в лицо. Я ударилась головой об стену лифта и, как получается, сползла на пол. Двери-то, не знаю, через сколько времени, через короткий промежуток времени, двери открылись, он выхватил мой телефон и уже в синий спортивный костюм был одет. После этого я вышла из лифта. Когда оказалась на третьем этаже? На третьем как этаже. Как он там нажимал? Да, вышла из лифта, села на, ну, как на корточки и начала плакать. Пришел, поднялся сосед эти со второго этажа и уже успокоил меня, дал позвонить маме.